Приветствую вас. Чтобы ответить на вопрос, нормально ли ваше чувство, нормально ли оно, давайте попробуем подумать вот так. Вы жили с девочкой 4 года. Вы написали, что, значит, расстались с ней месяц назад. 4 года вы жили вместе с человеком. А встречались, наверное, до этого еще какое-то время. Это означает, что за данный промежуток времени ваше сознание, ваши привычки, ваш быт был полностью ориентирован на существование человека. И все, что вы делали, все, что вы планировали, вы, по сути дела, пропускали через себя и ориентировали на своего партнера, на девочку. Внезапно раз, и девочка от вас уходит. И вы, ощущая себя парой, еще ощущая себя с ней, фактически вы уже при этом одни. И это нормально, что вы вспоминаете о ней постоянно и думаете о ней. Потому что, во-первых, вы привыкли к ней, вы привыкли с ней жить, вы привыкли как бы делить с ней свой быт, свое время, свои радости, горести и так далее. А сейчас этого ничего нет. Далее, ваше сознание было адаптировано на взаимодействие с ней, с девочкой, на быт с ней, а теперь ничего этого не осталось. И вы просто-напросто еще не смогли свое сознание адаптировать таким образом, чтобы оно переориентировалась на новые реалии жизни. Поэтому да, ваше чувство совершенно нормально. Ведь вы любили ее и любите до сих пор. Только на то, чтобы ваше сознание приняло тот факт, что любили вы немножечко не того человека, а скорее того, кого представляли. Потому что в противном случае ваша девушка бы не ушла от вас. Она бы так бы с вами оставалась. А раз ушла, значит, ваше представление о ней, ее образ был для вас более важным, чем сам человек. Так, к сожалению, бывает. И вот на то, чтобы чувства перестали вас беспокоить, чувства к ней, чувства к прошлому, чувствах привычки и так далее, нужно время. Время от 6 месяцев до нескольких лет. В зависимости от вашей чувствительности, вашего восприятия и силы ваших чувств к ней. Данный срок можно сократить благодаря активному образу жизни, получению новых впечатлений, проработке, осознанию того, почему она от вас ушла, осознанию причин, понимание того, что вы, скорее всего, в данной ситуации ни в чем не виноваты, это проблема вашей девушки, она поняла, что вы ей не подходите, она поняла, что вы ее чем-то не устраиваете и решила от вас уйти, и так далее. Вы ничего не могли сделать. Это то, что нужно понять. И чем раньше вы для себя вы уясните, что уход девушки означает тот факт, что она с вами не была счастлива. А если вы любите ее, то вы желаете ей счастья. А без вас она сейчас счастливее, то вам необходимо радоваться тому, что она сейчас счастлива. Но понимать, что рядом с ней вы
удовлетворяли не только ее потребности, но и свои. И вот ваши потребности сейчас быть удовлетворенными перестали. И теперь нужно заново отстраивать свой быт. Заново отстраивать свою жизнь, потому что вы пока одинок. Для этого нужно, как я уже говорил, вытеснять из сферы вашего внимания все мысли о девушке, как путем получения новых впечатлений. Наше сознание способно воспринимать ограниченное количество элементов и впечатлений. Если количество впечатлений будет достаточно большое, то постепенно мысли о девушке будут вытесняться. А не получая никакого подкрепления извне, они будут забываться и стираться. Но на это нужно время. Для этого нужно уставать, и для этого нужно, собственно говоря, активно себя вести. Активно позицию жизненно иметь. И тогда у вас все получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего самого лучшего, доброго и удачи.